Поехали. Возвращение легенды, да. Всем привет, Дак вернулся. Всем привет, и это правда. И... я даже не знаю. Тут не особо мои речи, пусть она... А что, рассказывает, что? Ну, как бы, почему ты попал, в общем-то? Что по твоему мнению будет дальше? Там поссорились прям жестко. Ну, я планирую в будущем очень много снимать на его канале. Поэтому, ну, в принципе, все. Ждите почти регулярные видео там. А еще в конце будет от меня сюрпризик. Это песня «Король и Шут», так вот. Так, окей, пока что будем делать. Ну-ка. Видел, что я умею? А, да, я понял. Сейчас я попробую. Койото и вот это прям с лету первый скилл. Я очень скиллован на Тосумаке, поэтому давай садимся. Вот ты помер. Слово Я, наверное, сейчас немного за Гару поиграю, потом возьму суть. Подожди. А, я ж тебе ебас покупал! Ты же солдат! Как ты меня звал? А? Как ты меня звал? Ну как? Сказал, я ж тебе покупал геймпас 100 лет назад. Не послушал святой дар, извините. Ну я скиллован на Тосумаке, это вообще мой любимый пункт. Ай, блин. Лови. О, Кадис, подожди. Нажми на эмоцию вместе. Да блин. Ай. У меня автокликер. Ну. Почти. Эй, блин, голос. Что происходит? Походу, я давно просто не играл. Ну тем более я, ну так не могу. Так, а теперь берем Сурью. Подойди ко мне, нажми. Эмоция крутая. Вот это да. Это можно в дуэлях 2-2. Так как интер использовать. И кстати, и вот у меня тоже нажми на эмоцию вместе. Тоже крутая. Чистый блин, падаем. Бегу, я бронированный.
А, блин, что? А, это Wait? Да, это было Wait. По-моему, спасибо за камушек. Да все равно нам не сы... этот... Короче, вот это... Я забыл, как оно называется. Нет, мусорка, зачем ты меня бросил? Ты куда там подлетел? Я не лю... Я вот люблю свой тайминг. А я очень люблю твои тайминги. Нет, это такой идеальный комбо. Ты бы меня победил так-то. Ну как бы не так-то. Потому что у тебя одна ульта по одно хп было. Ну как бы одно мили хп. Не одно, а мили хп. А вот ты. Ай. Победи
меня и спой победную песню. Это не читы, не знаю. Наверное, не конец видео, но я спою. Король и шут Дагон. В хронике моей есть последняя глава. К сожалению, в ней обрываются слова. За последний год из рыбацких деревень. Еще один раз. Извините, первый раз не помню. Первый, блин, тигдаком, как говорится. Теперь второй раз. Хроники моей есть последняя глава. К сожалению, в ней обрываются слова. За последний год из рыбацких деревень сгинул весь народ, тот туман, что каждый день. Скоро покупил глупо-терика. Я свидетель был, как пустели берега. Всё? Я опять забыла. Ну ладно, это имба была всё равно. Не, подождите. Вот, ну... Подождите пару секунд, я посмотрю текст в интернете. А, вот, всё. Слушайте. В хронике моей есть последняя глава. К сожалению, в ней обрываются слова. За последний год из рыбацких деревень сгинул весь народ, тот туман, что каждый день с моря заходил вглубь материка. Я свидетель был, как пустели берега. Мир менялся на глазах, зов стихий в людских сердцах посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских пришел глубин, то был судьбы недобрый знак, каждый день в умах росло необузданное зло. Запись в дневнике я опять теряю. Снова в голове появился странный шум, но сегодня я начал звуки различать. Это чей-то зов, не пред ним не устоять. За окном гроза, а мои глаза лезут из орбит. Страшен в зеркале мой вид. Мир менялся на глазах, зов стихий в людских сердцах посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских пришел глубин, то был судьбы недобрый знак. Все прокладывали путь к морю сквозь темный путь. Кто-то пусть к воде ветки старенький причал. Был в его судьбе, как начало всех начал. За собой тащил свою мокрую тетрадь. Из последних сил что-то пробовал писать.
а затем нырнул, скрылся под водой. Зашумел прибой, унося его с собой. Мир менялся на глазах, зов стихий в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских пришел глубин, то был судьбы недобрый знак, недобрый знак новой расы под водой. Вид родился под водой. Все. Вот это имбо. Так, у меня голос сейчас мог быть немного охрипшим, потому что я немного болею. Я же такую медальку дал. Еще один человек, который считает, что у меня офигительный голос. А вы, подписчики, что вы думаете об этом? Пишите в комментах. Да, да, пишите в комментариях. Пока.